Вроде как добрый день, комиссионная победа по вашему запросу. Видеообзор на iPhone 6 Plus. Состояние внешнее удовлетворительное. Задняя крышка в потертостях, вмятинах. Под углом видно, показываю. То есть корпус уставший немножко, потертый. Экран целый, но мененный. Так что могут принести, если он... А что, они идут вообще? Большие-то. Так, еще по корпусу. Камера задняя очень грязная. Были, видимо, когда разбирали, не почистили. Снимает она очень плохо, я бы сказал. Вообще не снимает. Ну, можно снять и почистить. Да, можно снять, почистить. Фронтальная камера хорошо снимает. По остальным настройкам. Телефон не Ростест на 64 гига. От iCloud отвязан. Touch работает. Как бренд называется? Сларок. Как? Сларок. Также к компьютеру подключен. Показываю, что было менено, батарея менялась, камера. Как передняя, так и фронтальная, то есть тыльная. В целом телефон рабочий. Wi-Fi видит. Остальные настройки тоже работают, как и должны. Сим-карты видит, при проверке проверяли связь. Динамик относительно громкий, но больше тихий. В основном по телефону больше недочетов нету, кнопки все рабочие, нажимаются, не залипают. Кнопка без звука тоже работает, и включение-выключение тоже работает. Кнопка Home не залипает, работает хорошо. В целом вопросы будут, можете на филиал к нам обратиться.